Украина заняла 39 место в рейтинге самых могущественных стран мира в 2019 году, согласно рейтингу американского журнала U.S. News and World Report. Так, лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место аналитики отдали России. Китай занял в рейтинге третье место. В первой десятке также присутствуют три страны из состава Евросоюза – Германия, Франция, Великобритания. Также в топ-10 присутствуют Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Позиция Украины в рейтинге выше Казахстана, Польши, Финляндии, Греции, Омана, а также Румынии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Португалии, Сербии, Чехии и других. Выше в рейтинге расположился Египет, Катар, Ирак, Иран, Пакистан, Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южная Африка и другие страны. В прошлом году Украина заняла в рейтинге 33 место. Как отмечается, рейтинг составлен аналитиками BAF Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В рейтинге учитывались такие факторы, как экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.